В Ульяновском художественном музее проводят заключительный этап реставрационных работ. Для жителей культурное учреждение предстанет в новом образе. Залы станут более современными, появится высокотехнологичное оборудование. Ремонт проходит в комнате научных сотрудников и в западном экспозиционном зале. Это ряд работ, конечно же, это противоаварийные работы, это замена потолков, это замена деревянных перекрытий. Работы, которые, в общем-то, были плановые, это и замена отопления, замена дверей, отделочные работы, восстановление лепнины, установка климат-контроля. Кроме восстановительных работ, ожидается поступление нового оборудования. Руководство музея приняло участие в конкурсе и получило дополнительное финансирование в размере 8 миллионов рублей. Оборудование в музее поставит Федеральное министерство культуры по нацпроекту «Культура». Жители в новой экспозиции увидят, собственно говоря, новые витрины. Это новая подвесная система, это трековое освещение и это различные мультимедийные технологии, которые можно будет применить. Это и технологии ожившей картины, и технологии дополненной реальности. И, в общем-то, мы планируем, что экспозиция будет современной, качественно изменит взгляд, восприятие произведений наших искусства. Восстановительные работы в музее должны закончиться к лету этого года. Также по инициативе губернатора Ульяновской области Алексея Русских и при федеральной поддержке наш регион впервые проведет международный фестиваль искусств «Аркадия». Одной из площадок должен стать художественный музей. Фестиваль соединит разные виды искусств, живопись, музыку, хореографию, театр под именем Аркадия Пластова. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.